здесь безопасно. Лол. Сейф here. Что бы это ни значило, уже стрёмно. Я понял, неожиданный босс. Ну давай, расчехляй. Это что за твою мать? Дайте угадаю, защита от огня. Кто ты такой? Старый герой? Окей. Я понял, он не слышит. Так, окей. Урона не хватает. Я понял. Фак. Uh-oh. Он меня слышит. No. Fuck. Окей. О-оу. О, здесь реально безопасно, слушайте. Так сейчас мы зачизим это все. Лол. Нет, не безопасно. Окей. Я пытался вернуться. Так, окей, пробуем намазать. Да я нихера не понимаю, что происходит. Окей. Фак. Я нихера не вижу. Нихера не понимаю. А, у меня уже намазан, окей. Вовремя закончилось.
No, what the fuck? А, отстой. Вот это вообще мне непонятно, если честно. Фак. Жадность зашкалит просто. Я не хотел три раза это делать, это получилось чисто случайно, ну ладно. Оно сработало. No! Ох ты, скотина везучая! Фак. Где я? Вот этот босс мне понравился. Вот этот босс клевый. Он прям вообще идеально. И для магов подойдет, и для лучников, и для милишников тоже есть челлендж. Блин, это было круто. То есть, смотрите, я танк, да, я просто затанчил его удары, и все. Лучник может найти позицию и расстрелять его спокойно. Маг тоже. То есть, и нужно тактику подобрать и так далее. И тут еще хилк лежит. Вообще, вообще все отлично. Вообще для всех продумано. А вот некоторые прошлые боссы, это жесть просто тупорылая. Вот это идеальный босс просто. И в меру сложный, и в меру интересный. Так, вообще-то Dragon Longsword, кстати. Dragon Longsword. Где там Bastard Sword? И Bastard Sword пригодился. Вообще найс. Пока что это мой самый любимый босс в игре. И никакого тупого булчита, как и в Man Eater, нету. Вот видите, здесь прям все есть. Не знаю, у меня такое чувство, что делали боссов опять же разные люди. А, подождите, я же могу. Я же могу сразу третьего босса вольнуть, да? Там ничего нету. Ну или пробежаться немножко нужно. Но у меня столько много всего, что я пойду, пожалуй, прокачаюсь. Окей. Так. Силу до 30, что ли? Окей, силу до 30. А, и все. Артатан? 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 Господи, как она говорит. Артатан? Так, сейчас бегаем еще к кузнецу, посмотрим, что у него там есть. Еп. А потом хз. Хз, хз. Ну, видимо, пойдем убьем финального босса локации, если их тут три, как и в прошлых двух. Ну, там были... Две части локации. По-моему, здесь этого ящерицу нельзя забить без какого-нибудь экипа, который позволяет незаметно подбираться. Фак. Ну, нормас, тоже неплохо. Так, Dragon Longsword я не смогу улучшить, Bastard Sword... Я не смогу улучшить. Что ни того, ни на то, ни на другое мне не хватает. А вот. Зато могу улучшить Crescent Falchion. Ресурсов тупо нет. Просто нет. Окей.
Так, ну я сейчас еще один левел тогда прокачаю. Не знаю, куда в ХП теперь. Ну, сила уже по 30. Подождите, если у меня. Если я хожу с Бастер Сордом как с двуручным мечом, так может быть мне что-нибудь другое взять? Помощнее? Я хз. Так, take item. Допустим, этот 100 плюс 12 он дает. А это вообще дает 200 плюс 130. Я просто буду ходить и разносить всех. Но он двадцатку весит. Фак. А если его еще и намазать? О, божечки ты мой. Прикиньте, как он будет выносить. Это тоже можно. Так, Crescent Fire, вот это можно оставить. Я хз, пусть стрелы лежат. Болты уберем только. Здесь ничего лишнего, здесь ничего лишнего. Вот теперь я задумываюсь об этом деле. Бастард Сорс 114 плюс 25. Окей. Депозит. Возьмем с собой take item. Так, возьмем с собой. Нет, не то. Здесь все равно скейл по ловкости. Возьмем Dragon Bone Smasher. Wait, where... Господи, а если его еще на него еще намазать что-нибудь? Лол. Охренеть. Просто выдвигаешь и такое вот... Как он бегает-то с ним много. Вот так и просто вынес всех. Так, давайте-ка вот эту одну сидим. И прокачаем либелок в силу. Или в жизнь. Да не, думаю, достаточно уже. Let strength be granted. Art thou done? Ататан? Ататан? Ататан, да? Ататан? Ататан? Надо пополнить запасы нафармленных этих. Ну вы поняли? You have a heart of gold. Так стоять, чувак. Please. Keep... Нет, а take item взять. Сколько у меня айтем... Ох ты, ни хрена себе, эквипберн какой. Ну пусть он у меня будет, в принципе. Если что, я его заменю на что-нибудь. Надо эквипберн качать. А это что дает? Что эквипберн? Эндуранс, да? Надо было качать эндуранс. До 30-ки хотя бы так, окей. Ну, давайте добьем 4-й мир тогда уж, чего уж. Сейчас только другое кольцо поставлю. Клингрин, не нужно. Только это. А можно уже сюда зайти? Спасибо. А то я тут думаю, знаете, сейчас буду до скончания веков этой херней заниматься. Бежанием в камень. В кумень.